делаешь? Вот что Настя делает, друзья. Сопли высасывает кружка. Ну ты молодец вообще, ну все, чистый нос. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса, ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос, меня курица клюнула в нос. И прибежала зайчиха и закричала: а я, мой зайчик, мой мальчик, попал под трамвай, он бежал по дорожке. И ему перед заложки. Думаю, что она там делает с этими кружками? Она там носы надыбала. Носы всем лечит. Самый главный пациент. Большим носом. Как все придумает, так вообще. Вот ты хоть падает. Что, зебру еще? Ну правильно, так же. На, держи вот эту. А с ним и зайчиха мать тоже пошла танцевать. И смеется она и кричит: ну спасибо тебе, Айболит. Ну все, хватит, хватит. Кто Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок. И маме? Давай маме не будем. Ну все, давай, закрывай клинику. Пойдем. Ну, ветеринарку свою давай складывай на место. Убирай инструмент и на место всех составляй. Записывай их на другой день. Все. Все. Всем пока-пока. Пока. Ну это что опять за номер? Так, прощаемся. Лопнешь?